Прикинь сейчас, а? Прикинь сейчас, а? Ну-ка давай! Вот это да! Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И вышла новая операция по названию «Valve кинули на клык». Сломанный клык. В общем, раннее утро, по моему лицу видно. Здесь что мы увидим? Ретейк режим. Новый соревновательный режим. Также статистика, кейс, новые предметы. Это всегда хорошее время подзаработать. Скажу тебе сразу, спойлерну чуть-чуть. Ты можешь не покупать. Подожди, когда будет скидочка, и тогда пропуск твой, и 100 пудов ты залутаешь. В общем, давай вместе со мной мы окунемся в эти эмоции с начала покупки и до самого конца разбора всех нововведений в этой игре под названием Counter-Strike. Тебе нравится? Поставь лайк, подпишись, напиши комментарий о том, что я с тобой, Серега. И мы начинаем. Ну давай. Давай, родная. Ну, давай. Еще один. Как мы поняли, сразу персонаж девушка будет. Это понятно. Окей. Окей. Что мы делаем? Сразу покупаем пропуск? Естественно, да. Купить пропуск стоит он 1150 рублей. И поэтому, ну, расчехляем кошелек, как бы расчехляем. Я это покупаю, но я уверен, говорю вы, пацаны, я уже сказал. Пропуск покупать не обязательно, вы можете все миссии эти выполнять, а потом только купить, когда будет скидка. Как было с прошлой операцией? Все были довольны, кстати. Использовать предмет. Погнали. Опаньки, смотри, сразу нам дают вот эту вот медальку. Ну, ничего особенного. Медаль, как знаешь, как если издалека так посмотреть, понятно, на что похоже. На то она и так называется, операция. Поехали. Итак, что мы видим перед собой сразу же? Мы видим выполнение миссии. Сделано абсолютно точно так же, как и в прошлой операции «Расколотая сеть». Просто цвет поменяли. Ну, логично, чтобы люди примерно привыкали, что нужно делать. Неделя у нас, наверное, тоже, да? Да, тоже 16 недель, тоже 4 месяца. Прикольно, много контента для вас, естественно, я подвезу. Итак, полная статистика? Статистика? Теперь можно статистику смотреть, куда попал в голову, куда не попал. Ладно, катанем потом проверим, все подробно это мы узнаем. Окей, что еще здесь есть? Магазин операции, поехали смотреть. Опа-на. Так, а это что за движуха? Я понял, здесь магазинчик, и ты можешь апнуть себе значок потом такой, и вот так. Уф. Купить звезды сразу. Ну-ка, а что по звездам? 61 рубль, одна звезда. И тут скидка на 100 звезд. Байтеры. Байтеры. Но подожди, пока не будем. Давай посмотрим, что есть. Итак, у нас есть такой агент. Ну... Ты посмотри, какой агент. Охрененно, пацаны. Охрененно. Сэр чертов болтун. Я его хочу, пацаны. Офигеть. Класс. Ну, а такие, остальные такие себе. Смотрим. Кейсик. Что в кейсике? Так. Так. Воу. Неплохо. Сломанный клык. Операция. Ты меня радуешь. Слушай, он немножко переливается, походу, да? Да, смотри. А вот тебе ингунгнир, а вот тебе и принц, дешевый только, наверное, будет. Ну, это нам нахрен, это нам... тоже, наверное, переливается? Нет. Это хрень. Серьезно, вы рофлите, блин? Огонь. Слабенько. Слабенько. Вот, он будет перерываться тоже, да? Да, где глу, слышь? Охрененно, будет стоить. Это будет стоить, разве? Да ладно. Valve, спасибо большое, просто спасибо большое. Я обожаю не Ануары, тут глокни. Дайте мне, заверните мне два, сразу. Сразу заверните два, просто. А что у нас под этой звездочкой? А? Вот под этим ножичек, перчаточки, что? Да вот смотри, что. Вот здесь вот скриншотик специально тебе оставил. Вот это ты можешь выбить из этого кейса. Окей, летим дальше. Я смогу сейчас открыть кейс? За звезды это делается теперь? Все бабки из нас высосут тогда. Подожди, а что, он не открылся? А он не открылся? Хитрожопы какие, слышь? Вы что, гоните, что ли? Вы охренели, что ли? Это, не, ну это, короче, это жестко прям, пацаны. В натуре. Судьба не судьба, была не была. Давайте я вместе с вами открою кейсик. Самый первый кейсик.
Чего не хватает на пропуск? Ща покажу, где можно скинчиков поднять. Залетаем на сайт hellstore.net. Есть здесь несколько игр, как CoinFlip, так и Classic. Сегодня, кстати, покатаем в классике. Что такое этот классик? Это чем больше ты поставишь вот в этот кружок, тем больше вероятности забрать весь банк. В принципе, давайте сейчас поставим ставку и на примере покажу, как это выглядит. Итак, есть у меня парочку предметов уже из инвентаря Hellstore. Давайте сразу мы их поставим и испытаем свою удачу. Нажимаем кнопочку поставить и все, мы в игре. Пока 97%, но подождем, ребята еще зайдут. До начала остается 3 секунды, 46% победа у меня, остальные, фу-ху-ху-ху-ху. Давайте, пацаны, пожелайте мне удачи. Так, а вот здесь надо остановиться. Серега, молодец. Ну и для тебя, конечно же, подгонщик. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод CYBERBANANA и испытай свою удачу. 60 центов прилетит тебе молниеносно на счет. Пробуй, ссылочки в описании. Прикинь сейчас, а? Ну-ка давай, а ну давай. Всем привет, пацаны, кто тоже первый открывал, тоже говно получил. Лайкосик, не напиши в комментариях, ты не один такой. Ну что, Галиль, понятно. Интересно, сколько он стоит? 15. Мне было бы проще открыть любой другой кейс и больше бы заработать. Найс. Новые кейсы только вышли, уже экономика, до свидания. Ну, давай посмотрим, на самом деле, что есть внутри. Ну, естественно, девушка. Куда же без нее? По лицу видно, что она вообще недовольна, что ее добавили в игру. Офигеть. Пацаны. А... Потрать 4 звезды. ГБ разводит на бабки. Поехали. Дай, пожалуйста. Дай. Причем, знаешь, вообще серое говно, серющее. Вот это да, вот это рентген, причем, прикинь, написано. Ни хрена. А в остальном, остальное все полное дерьмо. Ну что, тратим тоже звезды. Дай. Оп. Хаос, еще поношный какой-то кусок говна. Ну а теперь давай подытожим, что я здесь увидел. Мне понравилось, что добавили четверых персонажей женского пола. Это прикольно, это разнообразит игру. А дальше, мне понравился вот этот тип. Вообще кайф, просто кайф. Я хочу прямо сейчас взять и купить. А кейс будет дешевый, но тут есть что из него выбить, и за счет чего ажиотаж на него в первое время будет крайне высокий. Дальше, наклейка Silver мне зашла. А дальше по персонажам мне никто не понравился, и вот этот тип вообще меня как-то напрягает. А что есть из коллекции Контроль, Хаос и Ансент? А в Ансенте я ничего такого не увидел, в Хаосе, ну, 50 на 50, мне кажется... Это что за простыня? Понравился вот этот авик, наверное, и все. То есть коллекция контроль авик, хорошие предметы из сломанного клыка, кейса, и, наверное, все. Наклейки пофиг, стикеры пофиг, нашивки пофиг, вот это все пофиг, тоже граффити пофиг. Мало, наверное, я что-то ожидал большего, но будем мы проходить миссии, будем мы апгрейживать, так скажем, вот это вот. Но, что тут есть еще? Тут помимо того, что мы вдобавок посмотрели внутри самого вот этого, всей вот этой штучки операции, премьер режим операции. Вот здесь вот конкретно тебя ожидает сюрприз. Заходить прямо сейчас туда не буду, давай я тебе покажу, что есть тут еще. Зачистка. Посмотри, как называется. Ну, это ретейк. Это стандартный наш ретейк, только сделанный немножко с умом. Давай-ка в него прям зайдем и посмотрим, как это выглядит. Я тебе покажу быстренько. Тут, кстати, годная тема. Ты можешь выбирать, то взять или то взять. Прикольно. Сейчас покажу. Кстати, смотри, там можно сразу миссию выполнить здесь. Во-во-во. В напряжении врага. М-ка? Не, конечно, мы возьмем калаш. Жалко, что 128-й тикрейт закинули на Китай, а нам пока не завезли. Но я уверен, будет. Давай, дефьюз. Вот так нахрен. На. Легко. Побеждайте в раундах 3-7. Да ты что, гонишь, что ли? Мне что, по очереди надо их? В раундах побеждать мы выяснили. Окей, летим дальше. Что у нас тут как раз по режимчику вот этому соревнователю? Естественно, мы в него зайдем и посмотрим, что тут происходит. Стол, переговорная, и якобы мы тут должны сидеть и базарить, кто какую карту будет выбирать. Отчасти для нововведения это очень даже классно. Начать запрет двух карт. Какой в этом смысл, если в соревнователем ты и так выбираешь карты, на которых ты хочешь играть? Чего? Ну ладно, пусть будет. Выполняешь миссии?
дают тебе за это звезды. На эти звезды ты покупаешь то, что ты вот отсюда хочешь. Вот и все. Кстати, смотрите, продвинулись немножко дальше. Если тебе хочется, чтобы я взял и открыл 50 кейсов вот этих новеньких, поставь лайк и напиши в комментариях «Открывай кейс». Я буду это знать и это обязательно сделаю. Слушай, после вот этой каточки я скажу тебе, обновление действительно годное. Вот эта статистика и все, что связано в принципе с операцией, это хорошо. Также в обнову завезли много всяких микромоментов. Например, окно оповещений, теперь ты можешь сказать Б, А, дай дроп и прочее. Не буду заострять на это внимание и не буду также заострять внимание на микромоментах. Например, теперь FPS показывается просто, а не раньше, помнишь, на всю полоску такую. И много-много чего подробного. Это не особо тебе важно, правильно? Тебе важно только одно. Кейсик, новые скины, новые карты, новые режимы. Я обо всем тебе об этом рассказал, поэтому спасибо тебе за просмотр. Поставь еще раз лайк, на всякий случай, вдруг ты там не прожал. Либо на мой другой видос, например, вот на этот. Все, я с тобой прощаюсь. Давай, удачи.